Всем привет, друзья! С вами Just. Сегодня я вам расскажу, как найти анимации, которые можно добавить спокойно на сервер, да, но не клянчить их у администраторов, а добавьте вот это, а добавьте вот это, а добавьте вот это, потому что нужно тратить время на то, чтобы найти эту анимацию, потом ее добавить. Но добавить ее намного проще, чем ее найти, потому что анимации более 150 тысяч или 140 тысяч в GTA 5. Сейчас я вам это объясню, как сделать. Мы уже научились устанавливать мод Menu и Script Hook, и эти штуки нам очень важны. Заходим в Object Spooner клавишей F9 или через клавишу F8 открываем меню Menu Object Spooner и заходим в Spooner Mod. Дальше идем в Spawn Entity into World, идем в Path, и здесь мы в поиске пишем Free. Здесь у нас есть женская анимация, точнее женский хэш и мужской хэш. Добавляем их в избранное клавишей B, чтобы для быстрого доступа. И спауним одного из них. Далее выбираем его правой кнопкой мыши. Вот он у нас замечательный, красивенький. Чтобы он у вас куда-то не улетал, потому что есть анимации, которые просто тпшат куда-то нашего пэда, нужно поставить вот здесь вот галочку Freeze in Place. Это чтобы он не мог двигаться. Далее мы идем вниз, заходим в Pad Options. Здесь мы заходим в Animations. Здесь есть стандартные какие-то предложенные анимации, вот, но они нам не нужны. Идем в самый низ, и здесь есть All Animation. Заходим сюда, у вас показывается список. Вот точный список. Ну, здесь 13616, но это без, по-моему, этих катсценовских. Идем в поиск, и, допустим, мы хотим найти анимацию сна. Пишем здесь по ключевому слову как там, sleep, так, по-моему. Нажимаем sleep, и вот у нас есть 136 тысяч. Это категории. Это не анимация, это категории. 13 тысяч. Путаюсь. Вот. И вот у нас тут появилось 43 категории. Заходим в какую-то из них. И вот у нас тут начинаем мы включать и смотреть, что это у нас за анимация. Ну, вот это вот такие себе анимации. Ну, а то здесь сидеть, лазить в телефоне, например. Просто смотрим их, да, тут пытаемся подобрать те анимации, которые нам будут полезны в каких-то случаях. В основном ищем по ключевым каким-то словам. Ну, тут есть для кота, например, как он спит. На человеке это лучше не делать. Это типа выражение лица, но оно, к сожалению, на FiveFame не оптимизировано. Вот это он ложится на кровать, например. Да, вот анимация. И после того, как вы нашли эту анимацию, вам нужно нажать клавишу B. Вот, например, вот список вот анимаций, да, вот там Big. Вот, ну, вот анимация сна. Справа и слева. Нажимаем B и еще раз нажимаем B. Они у вас добавились в избранное. Теперь все, что вам нужно сделать, зайти в ваше избранное. И вот здесь они у вас в самом низу будут. Ну, это один из таких способов, да. Вам нужно будет скинуть мне скриншот этой анимации. То есть, как она типа выглядит с ее названием. И потом мы идем в папочку GTA 5. Идем в меню став. Нет, вот именно в меню став. И здесь будет favorite animes. Открываем этот файлик. Можно даже самым обычным редактором. И вот у вас тут идет. Ну, короче, вот мне вот надо вот эту штуку скопировать. Кинуть ее мне. То есть кидаете скриншот анимации и скидываете, собственно, ее название и директорию. И все. Потом я смогу, в принципе, их спокойно добавить, если, ну, эта анимация будет актуальна, потому что, собственно, делать там какое-то огромное количество не очень полезных анимаций, которых у нас и так огромное количество, я думаю, не нужно. Вот. На этом, в принципе, все.